А если ты хочешь совершенно бесплатно получить боевой пропуск 14 сезона Fortnite, то тебе необходимо быть подписанным на мой канал, поставить лайк и колокольчик на данный видеоролик, вступить в мою группу ВКонтакте и поставить лайк на закрепленном посте, и ввести мой тег автора GreenSuit магазин предметов, все требования будут проверяться. Победитель будет выбран по лайкам на посте в группе ВКонтакте на стриме. Но сейчас наливайте чаек, садитесь поудобней и приятного вам просмотра. Всем привет, ребят, Киберспорт на месте. И в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу, как мы с вами скоро сможем получить новый стартер-пак 14 сезона Fortnite. И когда стоит ожидать ивент Тони Старка. Ну а вы не забудьте подписаться на мой канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать много интересного контента по Fortnite. А также не забывайте вводить мой тег автора GreenSuit магазин предметов и присылайте свои скриншоты с покупками ко мне в группу ВКонтакте, как и эти киберспортсмены. А сейчас лайк и подписку прожали, тогда переходим к самой теме ролика. Как вы знаете, что каждый новый сезон Fortnite у нас через несколько дней стартует выход нового стартер-пака для игроков, в который входит скин, предметы для него, а самое главное 600 V-баксов. И сам набор составляет дешевую сумму, особенно после урезанной комиссии Epic Games на предметы в игре, всего лишь 150 или 200 рублей. И 14 сезон в этом плане не исключение. Уже на днях должен будет стартовать сам выход набора, возможно, уже в этот вторник 1 сентября. И я хочу вас обрадовать, что стартер-пак будет очень топовый, в него будет входить скин самурая, который является немного переделанным скином версии Айконика, который игроки могли получить лишь за покупку дорогого телефона Samsung, но скин самурая и будет переделанным скином Айконика, ведь в игру приходят новые пользователи и старые скины им тоже очень нравятся, на что эпики их добавляют вновь в игру, только переделанном виде. Сразу скажу, что с выходом нового стартер-пака я устрою на него розыгрыш, принять участие в котором ты сможешь у меня в группе ВКонтакте, когда выйдет новый пост. А пока поставь колокольчик на канал, чтобы ничего не пропустить. Также в набор будет входить рюкзак, кирки и V-баксы, так что новый стартер-пак будет реально прикольный. Ну а как он вам? Пишите свое мнение в комментарии. Стартер-пак это хорошо, но у нас в игре совсем скоро будет стартовать ивент Тони Старка, возможно уже на этой неделе. Смысл ивента будет заключаться в движении рун и изменении планов нашей карты, возможно добавлению новых локаций. А чтобы его не пропустить, ставь колокольчик на мой канал, ведь у меня проходят стримы, на которых точно будет запечатлен новый ивент. Ведь сейчас у эпиков проходит коллаборации с Marvel, и изменения на карте и разные события будут проходить очень часто. Вот такую информацию сегодня я смог вам донести. Сейчас главное ждать появления нового стартер-пака и следить за сюжетом игры. Ну а вы в свою очередь не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, вводить мой тег автора GreenSuit магазин предметов и писать комментарии. С вами был Greens, ну а я пошел готовить для вас следующие видосики. До новых встреч!